Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр в студії Олександра Філь. І сьогодні ми поговоримо про те, як готуються до ультрамарафону. І послухаємо поради учасника забігу. У нас у студії Дмитро Носонов, досвідчений бігун та ультрамарафонець. Вітаємо вас, Дмитро. Розкажіть, будь ласка, як і коли ви почали бігати? Ну, якщо взяти всю історію бігу, то регулярными занятиями бега я занялся давно, наверное, после того, как пришел с армии, чтобы не терять форму. Это уже порядка 30 и более с лишним лет. Но идея все-таки заняться бегом посерьезнее посетила меня намного позже, когда я увидел рекламу спортивного клуба «Старт Днепро». Все-таки закралась идея как-то прикоснуться к спорту немножко больше. Стали интересовать более длинные дистанции. К примеру, полумарафон, который я еще тогда не был готов пробежать. Были серьезные травмы, и физически я не находился еще в той форме, чтобы преодолеть такую дистанцию. И вот, ну, перед тем, как прийти в клуб, я попробовал сам пробежать 5 полумарафонов на моем счету при самостоятельной подготовке без какого-либо плана. Но потом, все-таки, когда ты упираешься в какой-то результат, какое-то время и не можешь его преодолеть, задумываешься все-таки о том, что нужен тренер. Тренер и методическая подготовка. И... А как долго вы тренировались? Ну, в принципе, я и сейчас продолжаю тренироваться. В клубе я уже третий год. И идея пробежать ультрамарафон зародилась уже тогда, когда я вступал в клуб. 3 года назад, то есть я ее вынашивал какое-то время. Понимал, что это не простой барьер, потому что пробежать полумарафон — это все-таки весьма тяжело. И решиться на марафон, а потом сверхмарафон, а еще пока тогда представлялось мне заоблачным. Вы сказали, что потребен тренер. Навіщо? Чому? Тренера есть определенная методика, то есть если все время бегаешь, никогда не можешь достичь определенной планки, ты ее не можешь перешагнуть, это какой-то как барьер, какая-то ступенька, ты понимаешь, что тебе что-то не хватает, какой-то методики, потому что просто бег, есть различные упражнения в беге, есть ускорение, есть восстанавливающий бег, об этом я не знал, хоть я, может быть, так и продолжительное время тренировался. Но об этом я не читал ни специальной литературы, не слышал от своих коллег по бегу. Мы просто бегали, вот и все. Бегали, там, приветствовали друг друга. Но вот обмена опытом, именно какой-то базой знаний, которая дает толчок к результату, у нас не было. Поэтому все-таки, да, идея все-таки пошла. И потом, познакомившись с людьми, которые занимаются в клубе, регулярные тренировки у них, упражнения разные, занятия, разные методики, я начал уже тогда думать. А как проходит тренування с тренером, с чего оно складывается? Ну, сначала знакомство с тренером, скажем так, более подробная информация, которую он узнает у тебя, как ты занимался, что занимался, какие результаты, чего ты достигал, какой пульс, какое дыхание, не задыхаешься, куришь, не куришь. Вот самый глобальный вопрос, то есть если человек курит, практически путь к ультрамарафону под большим вопросом находится. Потому что легкие все-таки имеют свойство запоминать этот момент, когда человек курит. И тогда уже очень тяжело бросать и потом заново, скажем, восстанавливать структуру своих легких и дальше уже идти заниматься более длительными пробежками, чем те, которые совершаешь, просто будучи обычным человеком, не спортсменом. Потом дальше идет, тренер оценивает, ну, это, наверное, секрет самого тренера, как он работает. То есть он собирает базу данных про тебя, и уже у него, профессионального тренера, которого я тренируюсь, у Вячеслава Приходько, у него уже, скажем так, наверное, 6-е чутье, как тренировать человека, какую давать ему нагрузку и какие упражнения, что зачем чередовать. Иногда кажется, что он пишет это вот с потолка, хотя думаешь, если обмануть тренера, пробежать быстрее, получится лучше. Такого, к сожалению, не выходит. Он знает четко твой потенциал и на что ты будешь способен на будущих соревнованиях, выступлениях, и в какой-то будущий отрезок времени он уже это предвидит.
А скільки часу ви тренувалися саме з тренером? Тобто рік, півроку? Третій год. А, тобто весь час? Да, третій год в клубі я все время тренуюсь з тренером. Хоча ну, я не дуже хороший ученик, я знаю, що я часто нарушаю установки тренера, но потом оно все равно все возвращается, и обмануть, скажем, свою линию, по которой ты тренируешься, невозможно в этом плане. И как вы оцениваете свой рост как бегуна за эти 3 года? Знаете, очень тяжело судить свой рост. Я могу, может, только количественным показателем это характеризовать, цифровым даже вернее. То есть первый полумарафон, который я пробежал, и который полумарафон был у меня, завершал сезон беговой лиги в прошлом году, 20 минут разницы, 20, да, на 20 минут я пробежал быстрее. Это, скажем так, существенно. То есть это в районе, наверное, 4,5-5 километров я опередил себя предыдущего, которым я начинал вот работу в беговом клубе. Вот как-то так правильно. А в яких ви змаганнях приймали участь за цей час? Большей частью я принимал участие в соревнованиях Лиги Run Ukraine. Это ежегодный забег был, но исключением стал, к сожалению, этот сезон, который проводится онлайн. 5-6 забегов полумарафонов и один марафон в год я себе позволял пробежать. Да, в этом году только один ультрамарафон. И то каким-то чудом мы пробежали его, что его не сделали ни онлайн, не перенесли. То есть нам повезло. На Трухановом острове вживую ночной забег, ультрамарафон вот, был. И, наверное, он в этом году, к сожалению, станет единственным. А ви якось готуєтеся до цих марафонів? Тобто є відмінності між регулярними тренуваннями та підготовкою саме до марафону? Ну, скажем так, вот, по структурі, по своїй методиці, отличий у нас мало, тому що тренуюся в марафонській групі клубу «Старт Дніпро», і там нагрузки почти постійно, скажем, інтенсивні. Перед подготовкой к марафону, к ультрамарафону, интенсивность возрастает. То есть, если было одно задание, делается в полтора раза больше. Плюс подключаются длительные пробежки на одна на неделю 30-35 километров. Это то, что необходимо делать хотя бы месяца три перед стартом ультрамарафона. Базу нужно заложить без базы никуда. То есть, не имея физической подготовки. Ну, дополнительно еще, скажем, еще нужна и моральная подготовка. То есть, когда идет ультрамарафон, там не сколько физика решает, но физика, но основная часть это ментальная. А вот можете пояснить нам, что такое ультрамарафон? Ультрамарафоном считается любая дистанция, которая превышает 42 километра 195 метров. Так вот по теории. То есть, если уже пробежал 42 километра 200 метров, уже считаешься ультрамарафонцем. Ну вот стандартное было, то, что нам предлагали в Киеве, это 50 километров и 100 километров. Ну, то есть это сложнее, чем пробегать марафон, например? Это намного сложнее. Во-первых, это намного сложнее психологически представить, что перешагнул отметку 42 километра. Когда ее достигаешь первый раз, это как бы это вот непонятное чувство. Второй раз может зайти забег намного хуже. Всегда так. Ну, к сожалению, в моем арсенале всего лишь 2 марафона, после которых я решился пробежать ультрамарафон. И вот слабо представляешь после 42 километров, что будет. Не знаешь. Вот кажется, 42 километра пробежал, все, упал, сил нету. Но это не так. К сожалению, это не так. Да, когда бежишь 50, но смотришь на людей, которые рядом бегут 100 километров, ты понимаешь, что это не предел. И бегут даже люди, которые обгоняют тебя на 50 километров. Вот, вот такое вот есть. Вот что-то, и когда бежишь в большой, скажем, группе людей, намного легче бежать, чем когда тренируешься сам. Почему результаты всегда возрастают? На тренировках одни результаты, на соревнованиях всегда показываешь лучшие результаты. Я считаю, что это один из ключевых моментов. Тобто чому це так психологічний ефект? Психологічно, да. Можна на ультрамарафон бути готовим фізично, дуже сильно, але психологічно, якщо не преодолів цей бар'єр, там, ну, от людей, мабуть, я сравнюю для себе, це як в океані, ти попадаєш, ти цієї стихії не бачиш, вона внутрі. Тобто її можна не добіжати там буквально кілометр, півкілометра, навіть 100 метрів і сойти на 100 кілометрів, на 50 кілометрів. От це такі, скажімо, подводные камни этих дистанций.
Яка була остання дистанція, яку ви пробігли на ультрамарафоні? Ультрамарафон – одна єдинна дистанція у мене – 50 кілометрів. І от які ваші були почуття, враження, коли ви це зробили? Ну, от коли це зробив, скажімо так, правильно, після 42 кілометрів я вже потеряв відсчет времени. Там теряєш і не розумієш, як біжить время. Ти бачиш табло, ти бачиш ці цифри, але його ти не відчуваєш, перестаєш відчувати. И, скажем так, вот завершающие 100 метров, уже видишь финишный коридор, ты понимаешь, что ты пробегаешь разворотный пункт, который несколько ближе арки. Волонтеры подсказывают, да, вот уже финиш, ты бежишь и думаешь, ну неужели уже позади 50? Ну, вот как-то так у меня первые чувства были. Выдохнул, поднял руки, обрадовался, на камеру сфотографировался и чувствую, что я уже все, силы покидаю. То есть вот момент был настроен на 50 и дальше уже все. Какой-то момент понадобился мне, наверное, часа два, чтобы отойти буквально от этого самого, посидеть, чтобы, скажем, не шатало, не заносило, не это самое, отзвониться своим, сказать, что я пробежал, я живой. И чувство, когда, да, неделю ты не понимаешь, что ты пробежал, вот, осознаешь, да, смотришь на себя, да, вроде ультрамарафонец, присвоил себе такое звание, тяжело было, не тяжело, но уже все позади, минуло. И всегда почему-то сравниваешь вот, до старта, ты стоишь на старте и не представляешь свой финиш. Вот 50 километров, 21 километр, ты еще видишь, как ты финишируешь перед стартом. То 42-50 этого финиша ты еще не видишь. То есть тебе надо его преодолеть, пройти, какие-то внутренние силы собрать, для того, чтобы не сломаться, не остановиться, не сойти. Потому что иногда посещают такие моменты. А что бы вы порадили бегунам? От які, наприклад, хочуть пробігти ультрамарафон, от які б ви дали їм поради? Самое главное, чтобы, ну, на мой взгляд, я считаю, чтобы не желание не ушло, не испарилось, как туман. Есть желание, есть настрой, человек тренируется с охоткой. Потом что-то меняется, какие-то ряд обстоятельств, и уже все. Желание потерял, если желание потерял, уже ничего не будет. Это больше большей вероятностью, близко к 100%, что человек не пробежит такую дистанцию. Дальше уже от желания отталкиваться, ну, найти толкового тренера. Толкового тренера, который бы тебя понимал, чувствовал, спинным мозгом чувствовал. То есть он стоит тебе спиной, но он чувствует, с какой скоростью ты бежишь. Уже дает, спрашивает, не отмеряя секундомером это ничего. Мне сам говорит, ты бежишь, ускоряешься, либо тебе нужно еще поддать, либо где-то поддать усилий, там сделать паузу. Плюс, ну, я считаю, неотъемлемая часть, с которой я столкнулся, это восстановительные тренировки и спортивные массажи, потому что это очень большой камень преткновения. К сожалению, да, я бежал этот ультрамарафон на травме, очень поздно спохватился, но все-таки как-то мне удалось преодолеть эту дистанцию. Неизбежны травмы, если постоянно быть зажатым, постоянно вот тренироваться, не давая себе отдыха, это тоже не даст эффекта. Ну вот примерно основные такие эти самые. Ну и плюс тренировки, естественно, не лениться. А как часто потребно тренироваться? И сколько часу занимает одно тренирование? Ну, максимум это 6 тренировок в неделю с одним днем выходных, а то можно 5 давать. Ну, это так вот по себе, если в охотку идет, но ни в коем разе не 7. То, что я пробовал 7 раз, я все-таки спотыкался каждый раз на травму. Ходил, потому что организму надо давать все-таки отдых, восстановиться, потому что не всегда мышцы, связки успевают за желанием. То есть бывает, желание летит впереди, а тело еще надо подготовить к этому. То есть равномерность. Сколько часов вы потрачаете на одно тренирование? Ну, где-то у нас тренировка идет, если интенсивная, 45 минут, час. Если кроссовая подготовка, полтора часа. Где-то вот этот диапазон надо уходить. Полезное где-то вот час, час 15. Ну, это я так считаю. Угу. Именно рабочая. Но есть разминка, заминка, которая, допустим, не входит вот в это основное время. Растяжка обязательно. Обязательно делать растяжку до тренировки, в процессе после разминки, перед работой и после заминки тоже. Потому что, да, вот сколько мы... Сколько не говорили, пока не подходишь к этому, ты этого не осознаешь.
А вы тренуетесь один раз на день или двічі? Вранці чи ввечері? У нас три тренировки, нет разницы. Вот сейчас для меня нет разницы, когда тренироваться утром, вечером. Утром, конечно, летом легче тренироваться, температура пониже, потому что дальше уже к 7 часам невозможно тренироваться практически. И если, да, вы бегаете на длинные дистанции, обязательно брать с собой воду. Не все выдерживают без воды, а остановиться где-то в поле, где нет ни транспорта, который мог бы в случае чего довести, ни человека, который бы помог, весьма рискованно сейчас. Именно летом при высокой температуре. А чи є у вас вже на даний момент вже якісь досягнення в біговому спорті? Саме велике досягнення, мабуть, це преодоління самого себе, який був на прошлому забігі, або в прошлому сезоні. Ну от це так. Таких слишком больших досягнень нету. Один раз я зайняв третє місце в возрастній групі на ночному полумарафоні в Дніпрі. Це був 2019 рік. Конец июля месяца. Третья, да, больших усилий стоило, конечно, да, но преодолел. Два раза занимал четвертое место возрастной на киевском полумарафоне Визеер. И что, ну, для себя я считаю, там, конечно, да, может быть, немножко бальзам на душу. Это 10-й юбилейный киевский полумарафон, четвертое место прошлый год я занял. Вот так вот. Четвертое место на марафоне у меня один раз было, да, и 3/4 на полумарафонах Run Ukraine. От за стільки часу занять бігом, у вас з'явились якісь нові звички? От я неодноразово чула, що в людей міняється графік життя, тобто графік сну, графік відпочинку, якісь звички в їжі. Тобто чи змінилось це у вас? Да, чуть-чуть є, звісно, ну, в їжі зовсім. Скажем, у меня провалы, стал меньше есть, меньше весить, да, слишком сильно похудел. А немає такого, що от, якщо ти бігаєш, ти маєш їсти якісь продукти, там, які допомагають або м'язам відновлюватись, тобто якісь особливості харчування? Ну, сейчас стал придерживаться спортпитания. Сейчас обратил внимание на препарат Animal Flex. Там в состав его входят различные компоненты, которые восстанавливают работу суставов, связок, мышц. Вот сейчас я больше всего, скажем, уделяю внимание этому препарату. Хондроитин с глюкозамином тоже нужен обязательно. Глюкоза нужна, витамин С тоже. Это то, что реально необходимо. Остальное нужно все выбирать индивидуально. На каждого спортсмена, то есть кому-то какой-то препарат пойдет, кому-то не пойдет. Тут единого совета нет. От якщо без препаратів, чистого харчування? Ну, с препаратов я так сильно не увлекался. Вообще раньше бегал без ничего. Ну, а из неспортивное питание, конечно, да. Говядина, все. Курица, говядина обязательно неотъемлемая часть, потому что без этого организм очень быстро израсходуется. А інші звички? От мені кажуть деякі спортсмени, що вони почали лягати в 10 ранку, вставати в 5 ранку. Щось таке у вас змінилося? Ні, у мене такого жорсткого графіка нету, звісно. У мене кілька рваний графік сна. Тобто є можливість, я сплю. Нет можливості. Ну, буває таке, ну, от, збой такий, що нету железної привички, що я там в 10 лег спати, або 10 у мене вже очі закриваються. Ні, тобто роботи ще вистачає без бігу. Тому я підстраюсь під обстоятельства, звісно. Якщо где-то день повного відпочинку, предпочитаю просто провалятися на дивані і розслабити мишці, це теж дуже треба, необхідно. А скажіть, ви прийшли в біговий спорт один, чи вас як друзі привели, тобто? Ну, скажем, способствовали моєму вступленню в клуб. Это мой друг Дима Якимов, он, да, марафонец, очень хорошие результаты показывал, как для себя. И вот, скажем, ну, случайная встреча, да, на пробежке ребята готовились к марафону, я к полумарафону бегал, как говорят, случайных встреч не бывает. И вот немножечко буквально в течение там 15 секунд пообщавшись, потом опять встретив этого человека, я уже начал общаться.
И тогда, вот когда спрашивал совета, советуют ли мне прийти в клуб, хорошо, что мне попались люди, которые явно не говорили, что тебе нужно то. Всегда говорят, решай сам. Решай сам, но у тренера методика. Тебе всегда думать самому. Поэтому я считаю, что я пришел в клуб не сам. Если физически я пришел, да, сам записываться в клуб. Но так, конечно, способствовало общение с людьми, которые более опытные в беге. А як поставилась ваша сім'я до такого нового, якби і захоплення, і вже такої професійної справи? Ну, скажем так, несколько сначала, может быть, удивлялись, почему все-таки по возрасту, скажем так, поздно пришел. Если так посудить по цифрам возраста, то поздно пришел. Но когда начал показывать результаты, конечно, это уже вызвало сначала удивление, потом, ну, спрашивают сейчас, ну, конечно, бегом не сильно увлекаются, разве что, ну, дочка иногда предлагает пробежаться вместе, хотя понимает, что она еще не догонит меня совсем, да, ей тяжело еще это сделать. Ну, не знаю, надеюсь, что все-таки спортсменка с нее вырастет. Физические данные есть, дыхание надо поставить, все остальное от ее желания зависеть будет. Ну, вот. А от скажіть, а біг це достатньо небезпечний спорт, якщо до травми, я знаю, страждають і суглоби, можна травмувати ноги. А як убезпечити себе від цього? Ну, если коротко сказать, от травм никто не застрахован в спорте, как этот самый. Самое первое – это укреплять, конечно, мышцы свои, следовать рекомендациям тренера, ни в коем случае не перегружать себя. То есть такой момент, когда вот на соревнованиях, например, стартуешь на эйфории, тебе кажется, что ты только стартанул, большая толпа людей, фаеры, все эти конфетти, все летит, все кричат, все поддерживают, стартуешь, пробегаешь первый километр, ты не чувствуешь ничего усталости, но когда на часы смотришь, ты понимаешь, что можешь спалиться к 21 километру, просто сгореть, не добежать до этого самого. Надо, во-первых, да, быть сдержанным, не поддаваться эмоциям при тренировках, на соревнованиях, то есть слушать себя нужно, прежде всего услышать свой организм. Это не сразу происходит, к сожалению. То есть, если даже человеку кажется, вот у него идет, получается, получается, потом момент травма, и бывает даже вопрос стоит о карьере спорта, о закрытии карьеры спорта. То есть умеренность во всем, нужна золотая серединка. Ее, конечно, очень тяжело поймать, но если поймал и чувствуешь, то можно достигнуть очень больших результатов. Добре, дякую вам за вашу розповідь, за ваші поради. Сподіваюся, вони будуть корисними для наших глядачів. Спасибо вам. Шановні глядачі, час прес-конференції підійшов до кінця. Залишайтесь відкритим.